Искра – это волшебное слово. Оно вызывает теплые, согревающие чувства в каждом из нас. Это слово, которое меняет мир. Зажигая искру, мы возвращаемся в приятные воспоминания и чувствуем уверенность и силу наших предков. Благотворительный фонд «Что дальше?» объявляет о старте новогодней акции в поддержку детей, которые в данный момент проходят лечение в областной детской клинической больнице города Владимир. Эти дети, скорее всего, встретят Новый год в больничных палатах. Но им так хочется немного тепла и веры. Веры в Новый год, веры в волшебство. И мы объявляем сбор на это новогоднее волшебство. Искренние желания, которые загадали дети, это подарки от Деда Мороза. Чтобы стать волшебником и исполнить желания детей, совершите пожертвование на сбор «Зажги искру». Каждому участнику акции, который пожертвует более 500 рублей на сбор, будет направлен специальный сюрприз. Это символ тепла, которым вы сможете делиться с близкими, передавать его из рук в руки. Этот набор состоит из 16 волшебных спичек, которые согреют вас своим теплом в трудную минуту. Также мы просим вас поддержать наш флешмоб, записать короткое видео с зажиганием искры и поделиться со своими подписчиками в социальных сетях или отправить своим близким людям в мессенджерах. Мы будем благодарны, если вы прикрепите ссылку на наш сбор. Так весь мир наполнится настоящим новогодним волшебством, и об акции узнают миллионы людей. Вместе мы сможем поддержать в детях веру в новогоднее волшебство. То самое, которого мы все ждем целый год. Зажги искру.